Я зарабатываю себе на жизнь уже 15 лет, меньше. В последнее время я стал писать просто чуть-чуть раньше. Последнее, что вышло у меня, это была книга «Роман коллекционер» из авторской серии «Пограничье», которую начал я остановился «Белый пьяник», известный. До этого был роман «Черный знамя», который вышел в маленьком крымском издательстве «Шико Севастополь», который ранее назывался «Шико Луганск», стал, соответственно, в Луганске. После некоторых событий оно было вынуждено эмигрировать в Крым. И до этого был еще один роман, проект «Алмаз», «Миграция в смерти». Скажите, как кто стал инициатором вашего приезда? Я сам. С чем вы? У меня здесь много друзей, я давно не видел, все некоторых обстоятельств, которые вы все прекрасно знаете, сейчас в Донбассе, в России не так просто. Я решил сам привезти, не могу сейчас, так скажем, у вас мир в кавычках, и поэтому нужно сравнительно безопасно это вам надеяться. Бывали в Донецке ранее? Да, однажды. А в военное время? Нет. 5 лет назад и 7 лет назад, может, где-то вот так. Как вы относитесь к событиям, которые проходят на Донбассе? К тому, что существует Донецкая Народная Республика, я отношусь положительно. К тому, что идет война, я отношусь, конечно, как к этому можно относиться положительно? Надо быть сумасшедшим. А, это вот плохо, а люди плохо себя приедут. Мы сегодня приехали пообщаться с нашим сообществом писателей, правильно? Ну, я надеюсь, и читатели придут, не только писатели. Хорошо. И есть основная тема, которой бы вы хотели поделиться? Нет, а все зависит от интересов слушателей. Про что меня будут спрашивать, про то, что я буду говорить. Если меня ни о чем не будут спрашивать, то я найду о чем рассказать. Сомневайтесь. Оставайтесь, послушайте. Спасибо.